Для ремонта газа нужно возить с собой пачку цветного картона. Можно из него все что угодно вырезать, сделать, прикрутить и все, и дальше. Дамы и господа, всем привет! Сегодня у нас супер тяжелый выезд. Что-то не прет. Качает уже, мотор. Весна какого-то года, я не помню. Мы ему говорим по-доброму, и плыви на тот берег, блядь. Что, работает? Не, попробовал? Ну, сейчас. Работало. Сейчас узнаем. Швырнул. Не качал. Ну, все. Чудесный фильм. Это шишига прет и прет, прет и прет. Вот он и шишига. Стандартная. Стандартным карбюраторным мотором. Будет очень интересно, если нас может проехать там, где не проехал ЗИЛ трехосный. О, мощности не хватает. Помощнее был бы мотор. Равных бы и не было, учитывая, насколько сильно она собирает мостом. Все-таки подвис он. Пошел, пошел. Ну что, самая тяжелая артиллерия. Пробует идти в разрез. Хотя, я думаю, это было лишнее. Высоты ему тут и так на глазах хватит. Ну, решил так. Муфта перегрелась. Отключилась. Вот так вот. Буксовать перестал, значит, перед заработал. Идет дальше газон.
дальше. Легковушечка. Идем ходом по болоту. Сил. Он тяжелее. Глубокое место. Проходит. Следом. 66-й. Давай. Беда с бензонасосом. Тяжело очень ездит машина. Но едет. Просто настолько легко едет, ребят. Итак, в середине тяжелого дня необходим привал. Отдыхаем. Урал настолько новый, что в нем даже сиденье еще в заводском полиэтилене. Просто на самом деле реально нулевый автомобиль. Надо сделать такую наклейку с шишигой только. Так, ну что, привал окончен. Заводим нашу яхту. Едем дальше. Итак. УАЗик застрял. И это значит, что тут что-то есть. Так, глубокий довольно ручей. Ну, для грузовиков, я думаю, это не проблема. Против глубочерного ручья. О! Не такой-то он и глубокий по ее меркам. А вот тут уже вязнет. Шишига не объезжает ничего, прямо идет. Как нефиг делать, толкает там. 5%, не очень много. Раз, два, три, еще четыре. Давай, давай, чуть-чуть не хватает. Прорвала шишига. Все, траву, весь верхний слой. И уже месяц грязь остальные. Замыливается резина. Вот там тоже.
Местечко будет сейчас тяжеленькое. Ну-ка, давай. Прошел. Красавец. Давайте, парни, а то им не дай бог Урал здесь подстрелить. По сторонам все, ребята. По сторонам, ребят. Летит Григорий. У Григория хороший движок. Поэтому он прям реально летит. Играючи. Следующее! Вот он плюс, когда высокие обороты колес, чистится резина и не замыливается. Чистый протектор. И машина гребет. Наклеили всем, кстати, наклейки «Не тормози». Теперь проходимость значительно улучшится у автомобилей. Давай, газу. И все. Бензин? Рычагах запутался. Нет. Дальше.
назад, дай чуть-чуть. Больших машин габарита. Очень тяжело тут маневрировать. Решили залебедить. Ну что, посмотрим. Вот тут при помощи лебедки. Да, проходит. Попал бак от пенек на повороте. Так, ну что, идет Урал. Ох. Вспотел немного Урал. Надо охладиться. Сань, еще подкачай. Ну что, Урал, давай. Покажи. Всем как надо делать. Принесите. Так, хотят сдать назад, но что-то мне подсказывает, назад он пойдет уже дальше. Прям подадим, он приподнимется выше. Оно большое, как мы подпихнем? Давай, может, я его лебедкой подтяну и все. На спасение идет ЗИЛ. Ему можно даже и не лебедкой. Тростом вытянуть. Насосим. Надо Урал поближе подогнать, нормально. Сюда подъедет Урал. Рулевый трос. Так, ну что, при помощи ЗИЛа и лебедки. Смотрим. Что такое? Я сам проеду. Все, давай обратно. Да. Вот
Че, стоит же вроде на ровном месте. Он застрял или не заводится? Стоп. Даже цепи не спасает, замыливается все напрочь. Ох, есть одна проблема, у Шишиги у самой-то еле сил хватает себя тащить. Надо рывочек, я думаю. Рывочек небольшой. Ну ему там чуть-чуть хотя бы. Давай, 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 давай. Да. В этом плане недостаток мощности, конечно, не лучшая тема. Прокрути, крути. Можешь к этому потяжелее тебя прицепить. А? Давай зелом возьмем. Сейчас он уже возьмет. Зелом возьмем. Зелом возьмем. Так зил, зил. Зел, зел, зел. Давай назад, назад. Назад. Назад, давай, назад. Блять, надо было лететь. Начался дождец. Мы набрали зил, поедем дальше. А это какого года машина? 94-го. Ой, 2004-го, по-моему. Ага. Значит, еще свеженькая. Да. Может, ты его сразу зацепишь? Если чуть буксаешь, я тебя подтяну. Откуда у вас там столько воды? Порта. Да. Че вы тут забуксовали? Что делать? Сейчас будем назад. Меня потом с собой захватить. Давай. В эпицентр событий, так сказать. Что там рубит? Не знаю. Ох, что-то мне подсказывает, что. Может, расцепить, пусть он вылезет.
Что, застрял я? Ну нет еще, но вперед не тронешься, я думаю. Давай расцепим, подожди. Давай расцепим, выбраться тебе. Давай расцепим. Я думаю, еще рывочек и присядешь. Развешиваться начинает. Да? С этой стороны, морду стой. Все, не работает. Так, ну что, будем смотреть. Вот такая вот коварная, на самом деле, была тема, что на ровном месте можно прилипнуть. Здесь самое главное не буксовать. Подвисает задняя. Задняя у вас подвисает и перед проваливает. Копает, по идее, должен пойти еще полметра. Перешейку мы это сбить. Газон заработал, поехал вперед. Итак, ехали-ехали, случился трабл. На ровном месте начинают застревать машины. Урал едет, но как-то тоже не уверенно. Вот она самая опасная штука. Так, газон сзади, смотрю, тоже разматывает лебедку. Смотрите. Так. Страшный план. Лебедят шишигу. Нужно ему выбраться на траву.
потихоньку. Потихоньку упаковался. Так, разбирают остатки какого-то поселения. Для того, чтобы выскочил Урал наверх, нужно подложить под колеса какие-то бревна, чтобы приподнялась морда и выйти ему наверх. Хотя мне почему-то кажется, что даже если наверх он выйдет, провалится все равно. Шишигу еще, может быть, как-то и выдержит. Давай назад, сейчас, наверное, сядешь в мою колею. Такая щекотливая ситуация, да? У нас непонятно, как так произошло. Вот газон тут прям вообще доминирует. Маленький, пошел и ушел. Чего ему не страшно, легенький, потому что. Но есть как бы очевидный минус, что он серьезно не сможет, скорее всего, помочь никому. Что вес небольшой. Хотя вот где он стоит, вроде повыше. Так, пробует выкрутиться Урал, вроде уже ну, выглядит, как будто выходит наверх. На поверхность. Все, Шишига тихим ходом крадется к выходу. Все, Урал выбрался. Ну что, интересное место. Мы сюда приехали не сушки сушить. Первым идет УАЗ. Прокладывает, так сказать. Забудь, что на заднем плане.
садился. Не спеша у вас, благо есть лебедка. Она решает любые возникающие вопросы. Да, грузовики тут, по идее, сейчас будут прям проваливаться. Вопрос, насколько глубоко вот это вот жиденькое покрытие. Ну что, шишига, давай. Газон, он пониже. Уплывает. Думаю, все остальные без проблем. Больше сила! Гарик, погоди. Другом не получилось. Нормально все. Объезд. Мы здесь проколбасили по прямой. Зилу туда не вписаться. Ой, что-то чахнет. Прям такая неудобная ситуация это. Из-за того, чтобы заглохнуть. А? Целиком в колею, но даже на цепях не получается это сделать. Thank you.
современный человек, конечно же, мечтает заниматься бизнесом. Где взять качественный транспорт для успешного бизнеса? Конечно, в компании «ГАЗ Тверской». Ну что, как говорят те, кто здесь уже был, интересное вот это место. Несколько, конечно, подспала вода, но глубина от этого все равно большая. Тем более, сейчас они будут прокапывать глубокую колею. Пойдет здесь ЗИЛ и Урал, так как по лесу им не пропетлять длинную базу автомобилей. Неповоротливые они очень, пойдут прямо вот по вот этом, по вот этой заводе сейчас. Будет круто, я уверен. Ждем. Итак, ЗИЛ. Вот это то самое, кстати, бобровое место. Ну что, идет Урал. Всем приготовиться. Делаем ставки, пройдет ли. Скажи, чтоб рыбку не задавил. Рыбку, рыбку! Thank you.
таскает с собой. Работает Урал. Посмотрим, на что он способен. Вот бензонасос, как всегда. В нужный момент. Семерит. Вот и подошла к концу наша крутецкая экспедиция на грузовиках. Длилась она 13 часов. Было реально круто. Мне вот лично очень понравилось. Вам, я уверен, тоже понравилось. Пишите, какой же из грузовиков или, может быть, УАЗ маленький вас порадовал. В общем, все ваши ощущения, впечатления пишите в комментариях. Нравится Грязимеса на грузовиках, ставьте лайки. Будет много лайков, обязательно съездим с ними еще. С вами был Алекс, канал Не Тормози. Подписывайтесь на этот канал, если вы этого еще не сделали. Всем пока.